Высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Елисее, и о всей во Христе братья наши. Еще молимся о Богохраниме стране нашей российской власти, в народе и воинстве, и ада тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Милостивый человек любит Боги, и сиди, и славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбенного болезненного пальча Твоих в земле украинской и сирийской сущих, избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролития, отврати на лежащие беды лишенной кров, введи в домы, алчущие напитай, плачущие утеши, разделенные совокупи, не остави стады своих сродних, своих возглавлений, сущих умолитеся, но скорое примирение ко щедр даруй, ожесточенных сердца умягчи к Твоему познанию обрати, мир церкви Твоей верным чадом и не опадашь, Ты единим сердцем и едиными устами прославим Тебя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Помолитесь о оглашении, Господи, вернее оглашенных помолимся, да Господь помилует их. Огласит их словом истины, открытым Евангелием правды, соединит их в свете своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью. Оглашение главы ваше, Господи, преклоните. Да иди с нами славят пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Пресвященного Патриарха Московского и всея Руси, и господина Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Петроградского и Камышинского, и господина нашего Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, да поменет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки вецерковные, благотворители, благоукрасители, жертвователи, податели и строители святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Это же поносится края краснейшего и сечетного всякого царского Бога за сечет истинного Бога. Источник нашего воскресения, благообразный его сестре с ним, причистое тело Твое. Грехов.
пить от не все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление веков. Величко Спасителя, сей заповедь, и сия же у вас бывшая крест, кровь, тридневное воскресенье, но самое стабильное, бесконечное, которое славное, паки пришествия. Твоя от твоих тебе приносяще во всех и за вся. Тебе поем. Словесные все из любой жили по тишкрации, по цеху триаций, породцах апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержницах. И во всяком тусе праведнем, вереском чашу, кадилу тебе приносим, Христе Божию нашего, не буду Пане духовный, и же прием к небесным жертвам. Возьми спасибо, благодать ты все так же твоему Богу. И зря одно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословении, славней, Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородица, помогай нам, Пресвятая Богородица. Славы посвященных апостолов, святого апостола Тимофея, преподобного мученика Анастасия Персиина, преподобного Макария Жигунского, чудотворца, преподобного мученика Анастасия Диакона, святых мучеников Мануила Георгия, Петра Леонтия, епископа Всеволодия, Гавриила Ивана Леонта, порода пресвитеров и прочих 357 святых мучеников Ивана и Ефимия пресвитеров. Ниже память совершаемых всех святых, так и же молитвы Христина с Божией, помяни всех усопших. А надежда воскресения жизни вечной, покой, ходи же посещает святыца, а ты еще молим тебя. Помни, Господи, всякое епископство, православы, право правящих, слово Твоя истина, всякое пресвитерство, вокресте диаконство, всякий священник священ. Защит, просим тебя словесную всю службу, во вселении, во святе соборной, апостольской церкви, в ближе, в чистоте, тишнем, в мыслях пребывающих. О Богу, храни мистери наши, в мыслях пребывающих, и не отдашь тем, Господи, милое направление, дым в тишине, в тихой, безусловной же, где поживем, во всяком благочестии и чистоте. Первых помяни, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и Господина нашего Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоанинского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое истины. И дашь нам едиными усты, единым сердцем славить и воспевать и пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Омен, святая святым. Всегда я дома никогда же прибиваю, но прочищающееся освящание. Же первый есть аз. Ты еще верую, яко сие самое пречистое тело Твое, и сие самое честное кровь Твоя. Молюсь я Богу Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия меня не осужденно причаститесь, я пречистость Твоих тайн. Восставление грехов и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастником я приими.
небо врагом твоим тайну поверь. Не лапзание тебе дам я, как Иуда, но я, как разбойник, исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царствии твоем. Святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского Златоустого, иже вы святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, священномученика Николая, пресвитера иже Верхнем Бунутове, преподобные матери нашей Арсении, игумени, усть-медведицкие чудотворицы, святаго апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Перского, преподобного Макария Жабынского, священномучеников, Иоанна, Николая, Иакова, Петра, Иоанна, Иоанна, Иоанна и Ефимия Пресвитеров, преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, святых мучеников, Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода, Пресвитеров и прочих 377 святых и праведных, Богу Отец, Иоаким, Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, и то благо человека любит. Российскую, власть и
спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся. Во святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в воле Господу помолимся. Во великом Господине Отце нашим, святейшем Патриархе Кирилле, Господине Высокопреосвященнейшем Митрополите Германе, и о Господине нашим Преосвященнейшем Епископе Елисее, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем прежде люди Господу помолимся. О благохраниме стране нашей России, все власти, народе и воинстве, и о Господу помолимся. О граде сем, всяком граде, стране и веру и живущих в ней, Господу помолимся. О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. О еже благословите компаны сия, в славу святого имени своего небесным своим благословением, Господу помолимся. О еже подати им благодать, якуда си слышащие извинения их, или во дни, или в ночи, возбудятся к словословию имени святого Твоего, Господу помолимся. О еже гласом звенение их утолитесь и утишитесь, и пристати всем ветром зельным, бурем же, громом и молниям, и всем вредным безвредием, и зло, растворенным воздухом Господу помолимся. Ибо, Господи Боже наш, не дочи умными и одушевленными созданиями Твоими, в славу Твою и в спасение и польза верных Твоих, но и бездушными якуже Моисеевым же злом, и мединою змеею пустыни. Вся я же кочешь и преславная твориши, и чудодействуешь и, всяку тебе возможна суть, невозможно же, ничтоже, и тебе славу высылай, Отцу и Сына и Святому Духу, ныне и присло, и во веки веков. Твое есть, еже милости, спасатели Боже наши, тебе славу высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и с пресвятыми владимым животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Благословляется и освящается компаны сия отраплением в Одессе священным, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается компаны сия окроплением воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается компаны сия окроплением воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вся чистая и недвижная в начале собой непосредственно создавая Господи, ныне же вся посредственно действуя носом словно себя освящая Богу. Святаго храма сего, и си компана всех.
и сохрани их на многое лето. Участие в жизни прихода Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы награждается Воскресенского Николай и Елена Сачадами. Маша, иди, пожалуйста. Родители. Нет? Где родители? Вот так.